Здравствуйте! В эфире спортивная передача «УШУ. Искусство побеждать». Программа для тех, кто ценит свое здоровье и ведет правильный образ жизни. И в сегодняшнем выпуске вы увидите. Упражнения, которые помогут юным спортсменам укрепить организм и стать более гибкими. Вы познакомитесь с новыми элементами акробатики, которые помогут вам мастерски исполнить трюк. Это и многое другое в программе «УШУ. Искусство побеждать». Қайырлы күн, құрметті телекөрермендер. Сіздердің алдарыңызда кішкентай балаларға арналған жаттығулар. Жаттығуымызды жүгіруден бастаймыз. Бірінші жаттығуымыз алға айналу. Артқа домалау. Қытай стилі аяқпен алға. Қытай стилі қолмен алға. Желдеткіш. Осымен дене қыздыру бөлімі аяқталды, созылу бөліміне көшеміз. Сайтан. Добрый день, уважаемые телезрители! И вновь растяжка для самых юных зрителей. Нихао! И начинаем первое упражнение. Время связки. Ручки за голову, приседаем. Следующее упражнение. Садимся на пол, берем правой рукой и левую ножку. Следующее упражнение. Меняем ножку. Встаем, греем связки. Садимся на пол, левая нога вперед. Меняем ножку.
Встаем, греем связки. Садимся, две ноги вперед. Отдыхающий дракон. Поднялись, греем связки. Садимся, бабочка. Ноги в сторону. Брали ножки, обняли. Шпагат, левая нога. Поменяли ножку. А на этом блок растяжки окончен. Приходите к нам и занимайтесь вместе с нами, и вы будете гибкие и здоровые. Цайтен! Внимание, уважаемые телезрители, теперь любой актюбинец сможет заниматься ушу в своем районе. Спортивные залы школы боевых искусств Саньгуан открыты для всех желающих. Зерналдарыңызда ушу саңда болыңы. Михал. Жаттығымызды талқылайық. Қарсыласымыз аяқ пен тепкенде жаңға кетіп аяғыңыздап, иығымызбен дізесіне басып құлатамыз. Жаттығымызды талқылайық. Қарсыласымыз аяқ пен тепкенде аяғыңыздап,
қолмен соққы жасап, екінші аяғын шалып құлатамыз. Осымен ұшу сәнді бөлімі аяқталды. Бізімен бірге болыңыз. Сайтан! Здравствуйте, уважаемые телезрители! А сейчас несколько приемов из самообороны. Приступим. Чтобы освободиться из клинча, вы опускаете правую руку и бьете апперкотом в челюсть. Противник наносит правый прямой, вы блокируете, подтягиваете к себе, захватываете за шею и осуществляете подножку. А на этом все. Смотрите нашу телепередачу и занимайтесь вместе с нами. До свидания. Михаил, сегодня мы с вами продолжим изучение 24 формы Тайцзюань. Приступим. Делаем подшаг правой ногой. Раскрываем ладони рук. Выносим левую ногу вперед. Делаем перекрестное движение руками вперед. Делаем шаг. Подъем ноги. И делаем пинхэн. Опускаем носочек. Сгибаем колено. Поворот. Опускаемся вниз. Делаем шаг вперед. Удар двумя руками. Откат назад. Поворот. Поднимаем левую ногу. Выносим пинхэн. На этом все. Сайтан. Вашему вниманию очередная расшифровка 16 фор Наньгунь. Противник атакует вас ударом сверху. Вы сбиваете удар и атакуете противника в голову. Второй противник наносит удар в голову, вы ставите блок и толкаете противника. Добрый день! Начинаем гимнастику для всей семьи. Первое упражнение – махи руками. Второе упражнение – мельница. Третье. Наклон от туловища вперед. И четвертое. Бег на месте. До скорой встречи, пока!
Школа боевых искусств «Саньгуан» за 6 лет завоевала сотни золотых медалей в Казахстане и России. Сейчас у нас обучается более 600 детей. Это самая многочисленная школа ушу во всем Казахстане. Наши ученики входят в десятку лучших во всем мире. Камиль Галиакбаров, 18 лет, стал 6-м на чемпионате мира по ушу Таолу. Сейчас сам тренирует учеников «Саньгуан». Кайрат Ршатов, 24 года, чемпион Казахстана по ушу саньда, передает опыт юным бойцам. Даяна Утямышева, 16 лет, завоевала 4-е место на чемпионате мира по ушу Таолу, готовится к азиатским играм. Арыстан Уразов, 13 лет, неоднократный чемпион российских и казахстанских первенств, готовится к азиатским играм. Вадим Сергеевич Трайзе, главный тренер школы боевых искусств «Саньгуан», подготовил плеяду чемпионов, инициировал открытие на телевидении передачи «Ушу. Искусство побеждать». Уже 3 года спонсирует телепроекты о спорте, планирует открыть филиалы «Саньгуан» в других городах Казахстана. Мы можем больше! На этом мы с вами прощаемся. Занимайтесь спортом и стремитесь к совершенству. До свидания!